Юлия Чернова. Фрагмент такой я взял у нее. «Упаду я в постель, словно в тихое море, и закрою глаза, погрузившись в печаль. Ты мне нежно сказал, чао, бомбино и сори, затуманила взор черной ночи вуаль. Упаду я в постель, словно в синее море, и закрою глаза, погрузившись в тоску. Я тебе прошепчу, чао, бомбино и сори, ты прости, просто я разлюбить не смогу». У девушки, видимо, бывают проблемы какие-то, но лечит она их вот одним проверенным, видимо, способом. «Упаду я в постель». Поэтому я просто представил себе еще несколько ситуаций, где этот способ мог бы тоже помочь. «Упаду я в постель, сняв ночную рубаху, к примирению сделав несмелый шажок. Ты споешь мне тихонько, пропала собака, я негромко добавлю по кличке Дружок. Упаду я в постель, если выпадет случай позабыть про обиды, измены и ложь. Ты прошепчешь мне бесаме мучо, я в ответ пропою, может, дам, что ты хочешь. Ты затянешь, а волны и стонут, и плачут, я продолжу, и плещут о борт корабля. Упаду я в постель, не могу я иначе. Виновата ли я, виновата ли я? А вчера ты сказал, нервно смяв сигарету, что лишь мною хотел обладать. Я не стала искать нестандартных ответов и без лишних раздумий упала в кровать.